Жизнь в «Атласе» была не такой, как в морской пехоте. Но я не жаловался. Под угрозой были жизни людей. И «Атлас» немедленно минуты пришел на помощь заложникам. Черт возьми, Гидеон. Не знал, что ты звезда экрана. Спокойно. Ясно, что ты и деревня раньше не видел, чтобы у человека все зубы были на месте. Но ты держи себя в руках. Слушай, забавно, а ведь твоя мама... Что? Нет, ты это видел? Неплохо, да? Тебе везет. Кова крутеет с каждым днем. А что будет с парнем, которого мы вытащили, а? Айрон все сам. Ну и гуд. Круто, чувак. Офигительно круто. Как и ты, сынок. Как и ты. Мы могли бы как-то вам помочь, сэр? Но можно начать с пива. Есть кое-что получше. Сюда, джентльмены. Есть военная поговорка. Люби своих солдат как собственных сыновей, и они пойдут за тобой в любое пекло. Я потерял сына. И понял, как важно не упустить время и сказать то, что хочешь сказать, пока еще не поздно. Вы, джентльмены, отлично поработали. Лагос — это потрясающие возможности для «Атласа». Я вам благодарен. За вас, парни. Ведь Гидеон был прав. Нам повезло. День ото дня КВА становилась круче, а ее планы грандиознее. Что ж, привет, дорогие друзья, вы смотрите видео на канале Double Geek, с вами, как всегда, Серега, и мы продолжаем проходить Call of Duty Advanced Warfare. Что ж, посмотрели мы такую непонятную кат-сцену, где взрывается корпорация, не знаю, что это значит, в общем, посмотрим. Ждать уже совсем писечку осталось, пока оно загрузится, так что наблюдаем за полоской. Цепная реакция. Понятно, значит, сегодня будет много-много взрывов. У нас опять штурмовой тип скелета, а точнее на костюмы или что ну, такое. Люди мира, вы укрылись под защитой новых технологий. Технологии — это рак. Я пришел, чтобы излечить вас. Вот еще мир один доктор, который хочет излечить мир. Состояние. Я Аид. А, это вот тот мудак, Аид, бандюган самый главный, которого мы в той части пытались выследить. Прошу визуальные отметки на карте, как слышно? Все видели? Итак, вау. У нас есть достоверные прикольно. Данные о том, что КВА пытается расплавить реактор. Мы входим через южный двор и движемся на север. Нам нужно в зал управления. По местам. Подождите, это мы посмотрели, типа, что было, то есть как взорвалась наша корпорация, а теперь мы, типа, должны спасти, ё-моё, невидимые вертолеты. Нихера себе. Черт возьми, это 2054 год. Что за фигня? Мне будет 60 лет, вы хотите сказать, что будет вот такая вот херня, невидимые самолеты, вертолеты? Да ну нафиг. О, ё-моё. Вчера себе тут уже замес пошел. Воу-воу-воу. Ой, ёп. Да, обеспечишь тут поддержку. Херачат со всех сторон. Дайте мне ствол, мать вашу. Да, вообще сегодня косой.
Ладно. Сейчас прицелимся. Воу-воу-воу, ты чё, дядя? Попутал? Где, кто? Готов. А ну, давай. Готов. Там хедшот был. Так, ну так. С ракетницей. F, чтобы воспользоваться тросом. О, понеслась. Вот это я обожаю. Стоп, куда, куда, куда? Ладно, хер с ним. Юху! А, это наши, тю, я уже стрелять-то не хотел. Прорываемся к зданию вместе с ними. Шевелись! Огонь по готовности! Прям в дырочку. А как? Воу-воу-воу. Не-не-не-не-не, не то. Какой нахер турелью? Ты шо? Приколись? Найдите укрытие за дронами! За дронами, конечно. Воу, ты чувак. Брысь. Иди. Умри. Готов. Кто, где? Нет, не стреляли. Готов. Готов. Ты чё? Так. Да ёлки-палки, сколько вас бегает? Гидеон, танк ещё на ходу! Значит, кто-нибудь шевельнёт задницу, этим займётся. Да, конечно, как всегда. И кто-то это буду я, по-любому. А, это аутотанк? Так стоп, а что мне делать-то? Войти? Чёрт, куда войти? Вы чё? Я хочу войти в эту хрень. Опа. А вот это уже не по-детски. Где эта херня? Так, нет, стоп, это наши. Где эта херня, ёлки-палки? Не, вон она. Наш оператор тоже только что получил пулю в голову. Убит! Зажмите Г, чтобы отметить цели. Так, цели. Вижу цели. Херачим не по-детски. Так, еще надо цели отметить. Будем уничтожать, крушить, ломать, месить. Еще оно не месится, блин, где он там стоит? А, это свой. Живи. Бум-бум-бум. Так. Не вижу. Вижу. А, тут даже приближать можно. Ладно. Опа, мне там уже кто-то месит. А что там? Я тут так понял, туда бежать надо, да? Вон козлы. Так, короче, я понял, мне надоело. А, гляньте, на ней ехать можно. Не-не-не, я в нее пошел. Я думал, она обездвижена, а если на ней кататься можно, то... Поехали. Да, сейчас заметим. На. Бум-бум-бум-бум-бум. Вертолеты сбить, на них где? Ой, ёп. Пророк, КВА только что выкатила титан прямо в центр двора. Ё-моё. Пусковая установка рядом с вами. Митчелл, хватай ракет и уничтожь титан. Да. Воу. Так, стоп, что мне не жалко. О, вот эту херню. Эй. Пользовать. Так, ну что, чуваки, прикрывайте. Ух, ёб, хуя себе. Бейте по ней! Вы меня слышите? Да стреляйте, мать его, шо вы этой херней страдаете? У меня тут шняга такая, вы не защищаете. На восточной стороне улицы ящик с боеприпасами. Вау. Отлично.
отлично. Ящик с боеприпасами. Красавчик. А ёлки-палки, Воу! Ё-моё, чуть нас не убил к чертям собачьим. Так, стоп, отсидимся. Еще раз. Ну, сводись. Чё за хрень? Что, ждать нет? Титан ракетами! Понеслась. Титан уничтожен! Отлично, я красавчик, наверное. Так, нет, стойте. Теперь нам надо заменить вот этот волна, вот этот. Нет. Эй, меняй. Вас понял, пророк. Мы на подходе. О, поменяли. Придется переться в главный корпус. Погнали. Вперед. О, я ж могу прыгать, нихера себе. И, по-моему, еще вот так вот нужно делать. Так, смотреть в оба. Здесь могут быть гражданские. Ну, будут гражданские, что ж поделать. Быстрее всего спуститься вниз по шахте лифта. Принято. Вскрываем двери. Вскрывай. А я тут уже стою. Давай дверь вскрывай. Одному. Пошли. У-ху! Чисто. Сюда. Куда? Браво. Температура поднимается. Плохие новости, правда? Показатели ниже нормы, но терпимы. Значит, есть шанс. Ниже нормы, нихера себе, они уже почти критические. Тут такая мясорубка. Продолжаем движение. Да пока еще не мясорубка. Пока все путем. Давай, кто? Я? Перекресток. Давай направо. Это короткий путь. Но тебе не понравится. Держаться вместе. Тогда гоняйте. Внимание, шлюз закрывается. Картер, открывай дверь. Понял. О, вот это хороший ствол. Пока будем с этим бегать, нет, стоит. Вот с этим побегаем. Происходит, а что нас трое? Нас же вроде четверо было. Минус один. Контакт! Где? Пошел, пошел, пошел! Браво, пройдите реакторный блок максимально быстро. Нихера себе их там. Ничего, прикалывайтесь. Блин. Вроде ж далеко была граната, ладно, хер с ней. Пошел, пошел, пошел! Пройдите реакторный блок. Крою сразу в эту сторону. Враги на балконе! Минус один. Минус два. Минус три. Четыре. Так, отлично. Вынес. Воу-воу-воу! Нежданчик. Нету тут гранаты. Воу-воу. Готов. Блядь, да я ему три раза по шарабану стрельнул. А ему как бы ушел подпускный. Ты кто? Пули непробиваемые вообще. Кто? Где? Воу-воу-воу! Ах ты мудак, я тебя запомнил. Пошел, пошел, пошел! Только на тебе. Что это вообще было такое? Эти!
дальше. Где кто? Да хана тебе, падла. Я тут еще играть с тобой буду. Крой. Медика сюда. Тоже нет. Рэмбо все. Что это за хрень ездит? Бум. Пищалки еще раз. Иху. Прикольная шнега. Ой, кому-то попали. Быстро 100 метров до целого управления. Вас понял. Серьезное сопротивление в реакторном отсеке. Вас понял. Ах ты, падла. Полили. Отлично. Надо подобрать эту херню. Иху! Черт, не могу прицелиться! Медика, нам нужно медик! Медик сюда! Да какой медик? Сами разбирайтесь. Контакт на час! Хорош. Вижу его, солдаты врага, впереди! Блять, он уже начал терять свое снаряжение. Воу-воу-воу. Привет. Блин. Как может быть контакт сверху на 8, если, блин, нам не видно, что там на 8 творится? Это свой. Воу-воу-воу. Усни. Так, стойте, что это за хрень, что она едет? Ты чё? Воу-воу-воу-воу-воу. Ой-ой-ой, вот это зря сюда залез. Они умеют размножаться. А это свой был. Так, наш живой. Отлично. Еще один наш. Побежали дальше. Чрезвычайное положение. Вы только сейчас это поняли? Мы в курсовом лифте. Этажом выше, на главный уровень. Ну, чё? А, всё, Митчелл, едем. Запускай. Неплохой такой лифтец. Жми на кнопку, Митчелл. А, это я, Митчелл, окей. Ставь укрытие у двери. Понял. Воу. Нихера себе, вот это жесть. Митчелл, используй штурмовой дрон. Штурмовой дрон? Это... чё? Окей. На верхний мостик! На верхний мостик, пошёл! Я никогда не слышу! Так, стойте, а как вверх-вниз? Не останавливаться, мы почти на месте!
пробивать сквозь стену. Юху! Средняя кнопка мыши вверх. Эй, попадай. Мы почти на месте. Блин, мне нравится этот дрон. Шикарно, мне теперь бежать за вами? Вы чё, ребятки? Оп. Бегу. Эй, чувак, прыгай. Чё мне делать? А, ты сам всё делаешь, молодец. Управление прямо. Вот оно! Воу! В порядке? Да все живы, все вроде. В порядке. Что это было? Они заминировали дверь. Блин, реально тут все круто так сделано. Этот пульт работает. Подключаюсь, диагностика. Давай за пульт. Ой. Чувствую, нам сейчас придется бежать. Быстро и далеко бежать. Стоп. Мне тоже надо что-то делать. Давай к пульту. Сейчас. Я тут. Пророк, ты видишь? Вас понял. Мы видим то же, что и вы. Так, температура ядра стабильна. Надо залить их. Стоп. Уровни падают. Отводы для пары перекрытий. Вот! Назад было стабильно. Перенаправляю. Гидрон! Принято! У нас события седьмого уровня. Немедленно уходите. Вот дерьмо! Так что, я зря сюда подходил, вас ты козел. Браво! Реактор пошел в разнос, уходим! Текаем, я понял. Бежим далеко, быстро. И походу еще будем отстреливаться. Ой-ой-ой. Гидеон, враг уходит! Как и мы, шевелись! Мы в порядке! Продолжайте стрелять! Эй, что сюда пройти? У северных башен вертолеты КВА! Браво один, они у нас на радаре! Дух, 2-3! Нужна немедленная эвакуация! Мочим право! Метим! Быстро выводите людей! Мы его слышали! Шевелитесь! Твою мать! Да уйди ты! Что это было? Я заметил, что все летит к чертям. Ой-ой. Очень рады вас видеть, 2-3. Только сюда не по нам херачат. Бежим сюда. Я вижу, уже не вижу. Вот это месиво. Пошли! Шикарно. Это за нами! Воу. Блин, это было неприятно, но это было красиво, мать его. Куда бежать? Че он не идет? Происходит. Всем командам. Конус! Спускаемся! Пророк! Атлас эвакуируется! Зона опасна! Зашибись! Митчелл, давай на борт! Быстро! Ну! Вставай!
Что за фигня? Нифига не понял. Миссия закончилась как-то быстро, непредсказуемо. Так, давайте что ли улучшим что-нибудь. Так, я уже покупал... А, вот что я не купил. Давайте мы купим обнаружение и купим вот эту вот отдачу или тряску. Не знаю, давайте сначала обнаружение мы купим. Да, Enter. И купим отдачу или тряску. Прицел при попадании сбивается меньше на 40%. Снижает отдачу. О, давайте вот это. Не понял. А, я понял. Ну, значит, вот это вот. Ну, ничего страшного. У нас осталось 0 этих фишек для улучшения. Улучшение уже 9 из 22, почти половина. И, блин, не знаю, в следующей миссии посмотрим, что я купил, что это за отдача, поможет она мне или нет. Блин, вот этот костюм прикольный такой, который у нас был изначально. Почему сейчас у нас нету? Хотя и этот вроде норм. Так, короче, мы прошли еще одну миссию, мне она понравилась, правда закончилась она вообще непонятно чем, как и вообще что это взорвалось. Ну, взорвалось прикольно, я знаю, что это плохо, но оно взорвалось красиво. Так что, если вам тоже понравилось это видео, то я буду рад, если вы оцените его вашим лайком, а также оставите комментарий и подпишитесь на канал. Следующая серия будет уже совсем скоро, пока-пока.